Лаунчер выдал какую-то ошибку, но все равно запустил игру. Спасибо за минус уши, разработчик. Так, и киберпанк, знаете что? Я хочу с вебочкой киберпанк поиграть. Если у тебя Nvidia, включи DLSS. А если у тебя Nvidia? Все, погнали? Блин, вообще по-хорошему я еще хотел с модом одним поиграть. Нова лют называется. Он освещение меняет на более реалистичное. И в Дельту наигрались, и в Тарков наигрались. Санины помойные просто. В одну игру ничего не добавили, открыли ее на неделю. В другой игре у меня магнит в шее. Мне просто любой чел с разворота на ходу дает первую в шею. Играть сначала. Я хочу, чтобы горела жопа. Так, я играл за корпората когда-то давно, и за Дитя улицы я играл когда-то давно. Я не играл ни разу за кочевника. О, за кочевника. Мужчина, конечно же, неплохо, но мне кажется, можно лучше. Я не буду, кстати, никому подкатывать, если что. Я буду играть за асексуала. Твою мать! Себя сделай. Ну вот, окей, вот делаю себя. Далее. Это я. Если что, чуваки... Киберпанк это самая моя любимая вот тематика, вот типа вселенная, вот я обожаю киберпанк, вот это вот Night City. Как же мало игр, фильмов и в целом всякого вот по киберпанку, хотелось бы больше всякого. Но по FPS-у вроде все нормально, как вам графен вообще? Работает, я вижу, что работает, видите, как поменялось? Оно убрало вот эту вот желтую, неестественную, вот эту вот цветастую шляпу. Теперь такая более холодная, более реалистичная гамма. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Ладно, упустим этот момент. Твоего мнения не спрашивали. Тормози! Где тормоза? Ну, пробел работает, но вообще не тормозил. Вот это графоний. Наконец-то. Я уже как неон светится красиво. Надеюсь, вау. Ты меня ищешь? Да не регает. У него бронестекло там походу. Я думал, у меня ХП отнимается по скрипту. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою ж мать! Че, лута нет? Лут есть всегда. Я буду все лутать. Не, на YouTube пока только по Тарку на риске. Да ты клоун, сынок. Кто тебе теперь поверит? Не, я не буду спидранить, я просто хочу сначала Росалку пройти. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. А чем он играет дальше? Еще вот какое дело. О, я уже получил умное оружие, что ли? Это умный дробовик. Ебать, у него урона. Но меньше, чем у этого. У тупого дробовика урона больше. Ну это что, вот это что-то на тарковском. Корпу не ублажали. Никого не умоляли, в долги не влезали. Ха, а болт наш. Вот так и надо работать, Ви. Ты прав. Еще бы. Папа всегда прав. Хе. Приятно, что ты начинаешь. Я, кстати, замечать. Не от него это взял. Мне нравится, как в этой игре они проработали звуки, когда машина... Ничего, ничего. Блять. Я в порядке. Бывает.
Когда машина по неровной какой-то дороге, по каким-то неровным участкам проезжает, то есть это звук соответствующий. А, еще и полиция вроде у меня, отлично. Преступление, въебался в копов, когда в меня стреляют. Сука. Шевелитесь, а то все поляжем! У меня оружие не свапается. Он скоро отъедет! Надо поднажать! Что это было? Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Вспоминаем личико Перса. Вафлидрон. Что с лицом у ГГ? Ну, скажем так, я создал Кейт Финча из Продиджи. Ага. Блять, малышка, у тебя одни сережки только видно. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Каждый раз, когда он говорит «я не лох» или «я не идиот», он продолжает фразу и выглядит как полный лох или полный идиот. Он за материалом. Ну, пока все идет гладко, да? Чего так низко? Да? Ну так еще могу. Чувак, да ты просто оптимист. Да? Тебе что не скажи, ты во всем видишь только негатив. Нормально? Или повыше еще чуть-чуть? Самое трудное позади. Постели пару книжек под жопу же, Ваня, не видно нос. Хоть нос твой видно будет. Йенобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Вот это нихуя себе. Еще одна ебучая легенда. Тише, вряд ли тут есть звукоизоляция. Кстати, я из-за теории, я как-то видос смотрел на ютубе, что Атом Смешер сейчас знает, что мы тут. Потому что смотрит только на нас. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Чинка да мата! Соберите и груду курьих молюнца! Давай, Джеки, ёп тудей! По смерти нашей, ёп, сюда нахуй, туда его, блядь. Не почувствовал, тащите нового. Вези нас к Риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права, делай, что я говорю! Ничего, Ви... Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Пиачи, не потеряй ради меня. Ну, как говорится, сдох Максим и хуй с ним. Ну ладно. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все тебе я пизда! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Без лучей славы 2077. Все, прошли игру. Понятно, ради графики сделали, блядь, трехминутную демку. Эй, мне кого-нибудь достать? На нас напали! Я подумаю. Чё-то этому ремику пиздец отдачу добавили. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу.
Ну стой, мужик. Мне поговорить с тобой надо. А ты... Ты кто такой? Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Ну нахуй, свинья ебаная. Открывай! Барри, мы знаем, что ты там. Мы хотим помочь. Я вас не звал. Ордера нет, идите нахуй. Я, кстати, проходил как-то этот квест. Его можно пройти так, что чел вскроется, а можно, по-моему, пройти так, что все норм будет. Ну и мудак же ты, Мендес. А, то есть я еще виноват. Этот пи***. Это было правосудие. Да вы бы и сами с ней то же самое сделали. Ой, ебать, мужик, тебе нормально вообще? Что с ним, нахуй? Его отполовинило плюс скрутило. Я помогаю правосудию. Плюс качаюсь. Ты заехал вообще. О, сработал имплант. После перезарядки я дал джазу. Что-то макс сложность пока изи идет. Не, ну геймплейно прикольно, типа, ты наказан за критические ошибки, но при этом просто с кайфом обсыкаешь этих малолеток. Я вырастал пацаном смоленским. Опа, у меня тоже сейчас стрим, ребят, а ну погнали, ребят, все смотреть. Блять, все ждал, когда же этот парень подрубит. Я просто, не, чтобы вы понимали... Я первый день сейчас вот сижу на Твиче, потому что у меня вот 100 тысяч подписчиков на Ютубе. Сейчас он временно, канал заблокированный. Мне приходится здесь снимать стрим. Я вот когда начинал стримить, я вспоминаю, когда начинал стримить, я думал, ебать, у меня будет... Вот если бы у меня было бы много людей онлайна, когда у меня 0 человек было, я сидел и думал, блять, если бы у меня было много онлайна, я бы, блядь, так активно комментировал бы свой геймплей. Я бы интересные какие-то темы там обсуждал. Блять, на моем стриме было бы так интересно, если бы были живые люди, типа, с кем можно было бы общаться. Потом меня рейдит ростовский Феникс на 300 человек. Человека. Я, блядь, всираюсь, нахуй, проглатываю язык, мозг у меня в жопу уходит, и я просто ни одного слова высрать не могу. Потому что у меня просто паралич, блядь, у меня 300 людей залетело со словами «Шо ты, голова? Здорово, блядь, запускай доту, пикай пуджа». Я такой, какой пуш, парни, я в Тарков играю, всем привет, туда-сюда. И вот спустя время, ты уже понимаешь... Ты уже привыкаешь к онлайну, когда ты привыкший к онлайну. Ты вот этих типов, у которых якобы 100 тысяч подписчиков было, ты просто за километр чуешь, нахуй, что он просто первый день стримит. Такая же хуйня с девушками, да. Это был охуенный стрим. Куда ни плюнь, везде сак. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Не, я посмотрю на это. Слушай. Нет, это ты слушай, бычара. Такие, как вы с ним, разрушили нашу страну. Отобрали у нас землю, работу.
Нашу честь, блядь! Я тут хозяин. Я решаю, что и как. Допивай свой чай и уматывай. Понял? Мы только что обсуждали варианты. Бля, там чел на фоне бургера, походу, не хавает, а просто нюхает. А тетя такая, блядь, когда ты уже его доешь и закажешь что-то новое? У нас мало времени. Тут вообще стою. А нет, она шпионка, блядь, она подслушивает. Так и Мура, ебашь вот эту дамочку сзади, блядь, чтобы аж тапки слетели. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Ты долго будешь говорить? Так что, думаю, мы в расчете. Нет, у меня рука уже болит. Я успокоился и стал думать, что со всем этим... Бля, хороший тайминг. Просто полчаса в кафешке сидим, пиздим. И тут, ты долго еще? Да, я долго. Я не могу, у меня уже рука болит. Ой, бля. 15к? Бля, может, я стриптизу станцую? Ну, на крайняк в туза пропущу на пару минут. Ёбаный урод. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Ну тогда, до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Должно хватить. А. Угу. Классическая переобувочка от Джованни. Кади, завтра поговорим. Чё мне делать, блядь? Я пришел квесты делать. Какой завтра? Ёбаный. Понимаю. Хозяин барин. Пиздец, киберпанки, диалоги долгие между миссиями. Я похавать, блядь, успел. И у не меня еще время мое осталось. Время. Да тихо, не урчи, у тебя там бутылка виски будет. Джонни, ты видел? Ну, чуть-чуть царапнул. В целом, да нормально все. Задок вообще он как новый почти. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Эта фраза звучит двусмысленно. Что происходило в камбэке Плаза. Блять, что мне с тобой делать? А он просто ушел. Да ебись оно все. Я упал на него с крыши, он сдох. Блять, это... это легендарно. Я? Может быть ты? Бля, ну Джованни, как обычно, идеально по стелсу все прошел. Блять, как же это красиво. Вот я реально, я вот пока вот киберпанк не запустил, сегодня на макс настройках, я даже не осознавал, насколько рейтрейсинг красивск делает. Блин, реально красивск делает. На связи 331. Выезжай, диспетчер. Еще не отъебутся. Эй, эй ты, братан, отвези криперу, у меня тут, я тебе заплачу. Ладно. Супер, ну что стоим-то, давай машину быстро. Ну, машина это мягко сказано, ну давай.
этому городу нужен Бэтмен. Гарантия наслаждения, говорили они. Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах. Ты везунчик. Огони, сбивай их нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Блядь, чел, который озвучил этого второстепенного персонажа, ему надо, ну, премию дать. Чё? Что? Ты б завязывал клейню. Ну, вот и пообщались. Блять. Я по-другому все хотел сделать. Я хотел хае, выстрел в голову, плюс за души свернуть ей шею, выбежать на улицу, там их принимать, но я обоспался. Я пошел стелс. Опа. Они все еще не пофиксили то, что машина может появиться в другой машине и произойдет взрыв. Я бы встал здесь на берегу канавы какой-нибудь, закурил бы сигаретку, откупорил бы Джек Дэниелс. Но такого функционала нету, поэтому просто сейчас сделаем одну шалость, так чисто по фану. Притормози! Ладно, ребят, давайте. Все, пойду отдыхать. И вам тоже этого советую. Высыпайтесь, приходите, завтра продолжим. Всем был рад. Обнял, приподнял. Увидимся. Доброй ночки. Ок. Реди кидать не буду. Так, кому хотите, пойдите, кому не спится. Бэ-бэ.